22 анапских предприятия представляют свою продукцию и товары на третьей ежегодной выставке ярмарки в Краснодаре. Анапчане участвуют в работе 4 кластеров – садоводство, виноградарство и цветоводство, выставляют растения, рыбу и товары народных промыслов. Среди экспонатов – яблоки Владимирского сада и копченая рыба Юровского цеха, вино из подвалов виноделов Каракизити и Марченко, букеты из ракушек Марии Поляковой и гончарные игрушки мастерской «Исток». Основной костяк наших участников – это те малые формы, которые приезжают уже в третий раз. Это говорит о том, что ярмарка зарекомендовала себя положительно, и людям это интересно, это востребовано. Основные цели и задачи этой ярмарки – показать весь потенциал малых форм хозяйствования на Кубани, естественно, реализовать свою продукцию, а также это хорошая возможность обмена контактами, посмотреть для переработчиков сырьевую базу здесь представлена, для тех, кто ищет выходы на оптовые рынки, позаключать договора, пообщаться с людьми. Анапский сельскохозяйственный техникум в первый день работы выставки продемонстрировал выращенную продукцию – ароматные дыни, и здесь же провели мастер-класс по фитодизайну. А уголок наших виноделов в оформлении настоящей лозы привлекал еще и демонстрации приготовления виноматериалов. И обязательно дегустация натурального виноградного сока. Мэр Анапы Сергей Сергеев посетил третью ежегодную аграрную выставку «Кубанская ярмарка». Особое внимание Сергей Сергеев уделил ценовой политике наших производителей. Ярмарка оправдала название и форму. Цены – на 10-15% ниже розничных. И народу, как на ярмарке. Почетный гость, вице-губернатор Кубани Галина Золина, оценила шедевры анапских мастериц русского стиля. Ярмарка продлится в Краснодаре до 13 октября. Здесь можно приобрести натуральную кубанскую сельскохозяйственную продукцию, саженцы, семена, продукты переработки, животных и сельскохозяйственную технику. Вход на ярмарку свободный. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа регион.